Всем привет! Меня зовут Света и вы находитесь на моем канале. Сегодня мой очередной отчет по проекту «Свяжи себе пару», который организовали три прекрасные женщины. Наталья Хомякова и ее канал «Вязана», Алла и канал «Алла вяжет» и Татьяна Степановна Щукина, за что им большое-большое спасибо. Все мы отчитываемся по совместному проекту и вяжем носочки. Я показывала уже носочки, которые я вязала, и за это время у меня прибавились еще три пары, хотя могло бы быть еще больше носочков, но так как я работаю на государственной работе, не всегда бывает возможность их повязать. На самых первых носочков, носочках я подробно останавливаться не буду, просто напомню, какие носочки были связаны у меня. Вот эти носочки разные, они у меня связались из из пряжи Ализы, лана, gold, Ботик. и получились разного цвета, но в принципе всем понравились, мне тоже и получились очень интересные, мягкие и такие толстенькие одни носочки. Вторые носочки были связаны из пряжи от пехорки, называлась пряжа сельский мотив, они немножечко такие пушистые, волосатенькие с ворсинками шерсти и связаны ажурным узором, что, наверное, не характерно для такой толстой пряжи, но я риск, решила рискнуть и попробовать, и получилось довольно-таки неплохо. Носочки многим понравились, в том числе и мне тоже. Это вторая пара. Вот эти носочки были мною связаны из деревенской шерсти, которая используется у нас в Дагестане для качество ковров это пряжа сиам силк махер это пряжа э, остатки от носочков которые я вязала сельский мотив от пихорки вот такие носочки у меня получились здесь я пыталась вязать хеликс э, из трех нитей но как я говорила я поошибалась. и у меня стали видны стыки но тем не менее носочки не потеряли свою прелесть Конечно, у меня было к ним очень много замечаний, очень много ошибок, которые я и пыталась исправить, и в дальнейшем я вам покажу свою работу над исправлением такого рода ошибок. Это третьи носочки. Четвертые носочки были связаны с такой вот секционной и к тому же меланжевой пряжи, довольно приятной в составе которой 51% акрилой и 49% шерсти. Носочки очень приятные, вязались довольно хорошо. По метражу точно не помню, девочки, но по-моему 320 метров на 100 грамм. Ну, в принципе, для носочков вполне неплохой состав. Они получились у меня совершенно одинаковые, без подгона. Я их не подгоняла. Как вязала, так и вязала. Но они получились вот совершенно одинаковые. И это четвертая пара. Пятая пара у меня связалась из пряжи из Троицка. Называется она подмосковная. Вот эта вот бордовая пряжа это фирма Вита. Называется пряжа Канди. И вот эта пряжа Кроха из Троицка называется... В составе у нее 80 процентов акрил и 20 процентов переносовая шерсть получились они у меня 43 размера вот такие вот большие носочки очень мягкие если кто-то захочет попробовать вязать из такой пряжи носочки она очень девочки подходит очень мягкие кстати из такой пряжи можно вязать не только носочки мне кажется будут очень хорошие теплые свитера теплые кардиганы они очень мягкие и хорошо будут хранить ваше тепло. Я тоже говорила, что у меня здесь были недоработки. Это вот не состыковка вот этих полосочек, над которыми я очень много работала. Большое спасибо девочкам, которые отправили мне ссылку на мастер-класс Натальи Емеляшиной, на которую я прошла и посмотрела, как вязать полосочки так, чтобы не было заметно этого стыка. Я попробовала, у меня прекрасно все получилось, девочки. В следующий раз, когда я буду вязать носочки в полоску, я обязательно буду пользоваться этим методом. Спасибо тем, кто мне подсказал, помог. Большое вам спасибо и удачи, конечно, тоже в проекте. Это пятая пара, которая была со мной, мною связана ранее. И сейчас я буду показывать вам носочки, которые я связала за последнее время, со времени выхода моего последнего отчета. Вот эти белые носочки я вязала из пряжи Magic. Называется пряжа Super Excellence. Здесь 380 метров. 100 грамм, если я не ошибаюсь, девочки, не буду точно утверждать, потому что не помню, пряжа была без этикетки. Я ее купила на распродаже. И там, был, и там был всего лишь один моток, который я взяла и успешно применила для вязания своих носочков. Носочки получились классные, девочки. Хорошие, мне они очень нравятся. Один из этих носочков я начинала в неделе стартов. И второй уже продолжила вязать. Я думала, не успею на неделе стартов успеть за день связать носочек. Но у меня получилось, я успела. И второй носочек я связала уже позже. И как я говорила, что я буду результат представлять вот на совместном проекте ⁇ Свяжи себе пару ⁇ Так как э, участие в неделе стартов именно с носочками обуславливало то, что... Мне нужно было вязать носочки к тому же и для этого проекта. Я прошу не обижаться никого, руководителей проекта. Я не претендую на какие-то призы. Мне просто интересно участвовать, интересно знакомиться с новыми людьми, интересно общаться, смотреть работы других девочек. И поэтому вот так вот у меня связались эти носочки. Они связаны вот таким вот узором. Это теневой узор девочки. Мне он очень понравился. Я буду его еще применять в других носочках тоже. Носочки 38 размера. Э -э Хочу сказать, девочки, что у меня нет э -э кухонных весов. И ни одну пару своих носочков я не взвешивала. Однако э -э по результатам вязания, то, что осталось у меня от 100-граммового мотка, могу вам сказать, что примерно одни носочки у меня весят от 60 до 80 граммов оставшаяся пряжа у меня идет в корзинку с остатками, из которых я тоже в дальнейшем буду вязать носочки. Я уверена, что у многих из нас, и у меня в том числе, есть очень много знакомых, хороших, приятных людей, близких, подруг, которым я могу с удовольствием поделиться своими носочками. Поэтому когда у меня есть свободное время и когда пропадает вдохновение вязать какие-то монументальные вещи, я с удовольствием вся за носочки и свяжу вот такие вот подарки своим близким. К тому же моя подарочная корзинка с носочками пополняется. И это меня очень и очень радует. Итак, в рамках проекта это у меня шестые носочки. Следующие носочки, как вы все поняли, я связала из пряжи Альзе Супер Вош 420 метров на 100 грамм в составе 25% полиамид и 60% шерсть. Обычный носочный состав. Впервые вязала вот такие носочки из этой пряжи. Ранее я ее видела в магазине, но когда брала вот ниточку на ощупь, трогала. Мне казалось, что она очень и очень тонкая. Да какие же носочки из нее получатся тонкие, не будут греть. Но я взяла свои, свое мнение, так скажем, обратно. И с точки зрения тепла, девочки, эти носочки получаются чудесные. Они тонкие и к тому же очень теплые. Их смело можно одеть там в сапожки, в ботинки. И они будут греть ногу, Хотя, повторюсь, у нас зима довольно теплая, но бывают моменты, когда хочется тоже утеплиться, слякотно, грязно, на улице. И с удовольствием кто-то оденет вот такие носочки под свою обувь и будет наслаждаться теплом. Носочки тоже получились 38 размера, возможно, 39-го. Хотя я намеревалась связать носочки 41 размера, просто не рассчитала количество петель у меня здесь по 15 петель на каждую спицу, то есть всего в объеме, в обхвате 60 петель. Есть небольшой клин подъема, состоящий из 9 петель, девочки, вот здесь вот. И, в принципе, он хороший получился. Я носочек мерила на ногу. У меня 38 размер ноги. И они сидят довольно свободно. Из чего я делаю вывод, что они вполне, вполне могут быть как раз и на ногу 39 размера. Вот такая вот парочка у меня получилась. Я здесь подгоняла узор по возможности. По-моему, получилось неплохо довольно-таки сочетание одного носочка и другого. То есть симметрично. В принципе, я эту цель и преследовала. И вот так вот неплохо, довольно хорошо двигалась моя работа. Я вязала эти носочки большей частью в свободное время на своем рабочем месте и заканчивала уже дома. Связана вот такая небольшая резиночка, она очень хорошо тянется, девочки, и закрытие иглой. Мне этот метод очень понравился. Некоторые девочки спрашивали, как закрывать иглой. Постараюсь в ближайшем видео сделать небольшой мастер-класс и показать, как просто закрывать иглой резиночку один на один Можно вязать и резиночку 2 на 2, перевести ее в резинку 1 на 1 и точно так же успешно закрыть иглой. Вот такие носочки, девочки. С ними работать было очень приятно. Работа просто летела, не шла мне понравилась. Нить на ощупь приятная. В спицах тоже очень хорошо она работает. Гладко двигается. И по возможности, кстати, у нас в магазине было всего два мотка этого цвета. И другого цвета, который я вам покажу следующим номером. И если была бы еще пряжа в магазине, то я взяла бы всех цветов по одному мотку. Возможно, я выпишу в интернет-магазине и буду вязать дальше. Из, этих, из этой пряжи, из одного мотка у меня получилась вот эта пара носочков. Еще одна пара у меня получится методом helix И, наверное, еще останется. Возможно, еще одни носочки методом helix у меня не получится. Но как-то я попробую Сделать какой-нибудь интересный дизайн, может быть полосочки, может быть опять хеликс, и свяжу еще носочки в дополнение с другими ниточками. Итак, это у меня седьмая пара носочков. Следующая пара девочки вязана точно из такой же пряжи Alize Superwoz и был вот такой вот интересный цвет. В магазине мне не очень понравился этот цвет, мне показался он бледный, блеклый, какой-то монотонный. Но так как выбора у нас не было, я взяла эту пряжу и тоже не пожалела. И когда я вязала эти носочки, я тоже их вязала в перерывах на работе, очень многие мои коллеги подходили и спрашивали, что за пряжа и как интересно ложится узор. И очень понравилось сочетание вот этих цветов. Цвета ненавязчивые, немного бледные, как будто растушеванные. И очень приятный эффект получается. Связала я вот такую пару носочков, в которой не подгоняла цвета, а вязала так, как шло. Получились такие вот, вот видите, здесь синий носок, а здесь у меня он так, вам не видно, вот здесь у меня синий носок, а вот здесь вот он у меня черно-белый. И, соответственно, полосочки уже пошли ложиться совсем по-другому. Возможно, вот, вот, вот так было бы. Если бы я начала чуть ранее, было бы вот сочетание как раз симметричное. Но ничего страшного, все равно видно, что это пара. Носочки получились хорошие, теплые. Мне они очень нравятся. Они пойдут в подарок. Также носочки 38 размера, возможно 37. -го. Или скорее всего 38 и на узкую ногу, такую как на меня. Девочки, вот как не пытаюсь и все равно, видимо, любя себя любимую, у меня получаются носочки все на мою ногу. Возможно, потому что я их примеряю на свою ногу. Но ранее я вязала очень много мужских носков. А сейчас все носочки моего размера. Ну что ж, подруги у меня, в принципе, тоже с таким размером ноги. И я думаю, эти носочки успешно пойдут к ним в гости. Это следующие носочки и это восьмая пара, девочки. Итак, готовых работ у меня 8 пар носочков, за которые я сейчас отчиталась. Как я говорила, из пряжи Alize Vosh у меня оставалось от мотка пряжи. И я начала вязать носочек методом Helix я прошла на м, девочек, посмотрела их видео и увидела, как вяжут хеликс они, посмотрела пару мастер-классов и следуя этим мастер-классам и хорошим доступным объяснением девочек, связала методом хеликс вот такой носочек. Вот эта пряжа, которая меняет свои секции Ализе в Wash, а вот эта пряжа, девочки, если честно, совсем не помню. Потому что она настолько долго лежит у меня в остатках в моих закромах пряжи, что я просто не помню. Одну могу сказать, что здесь, что это полушерсть, скорее всего, 51% акрила и 49% шерсти. Это на мои ощущения. Но также видно, что здесь, соответственно, есть шерсть. И нитка очень приятная и очень мягкая. И она как нельзя кстати подошла вот к этому цвету. Хотя мне кажется при вязании методом хеликс можно совершенно неожиданно сочетать цвета. И все равно получается красиво и хорошо. Носочек связался легко. Все легло хорошо. Хеликс получился чудесно, классно пяточка, вот не знаю, девочки, я сделала вот, вот, отсюда, начиная клин подъема, он у меня состоит из 12 петель, но мне кажется, что он получился какой-то высокий, я не знаю, вот напишите мне в комментариях, как считаете вы. Говорят, что клин подъема должен быть, количество петель клина подъема должно соответствовать количеству петель на одной спице. У меня на каждой спице было по 12 петель, соответственно, Стараясь сделать по определенным нормативам, я сделала здесь тоже количество петель в клине подъема 12 петель, но мне показалось, что он получился какой-то немного высоким. Хотя на ноге сидят шикарно, очень хорошо. Что мне визуально не нравится, вот эта вот длинная пятка. Девочки, не знаю, подскажите, может быть, я что-то неправильно здесь делаю, может быть, как-то, не знаю. Может здесь цвет надо было, вот здесь вот уже хеликс начать вязать. Хотя не знаю, как здесь же поворотные ряды идут. В общем, что получилось, то получилось. Вот здесь, девочки, у меня резиночка перекрещенными лицевыми петлями. Классная получилась, тоже мне очень нравится. В дальнейшем буду еще такую резиночку вязать. Настолько четкие вот эти вот лицевые петли, настолько рельефные, что они очень хорошо и красиво смотрится. Носочек 39 размера, возможно 40. Вот с такой вот тоненькой прекрасной щиколоткой. На изящную, скажем так, ногу с тонкой косточкой. И вот такой вот носочек. Сейчас я буду работать над вязанием второго носочка. Пока он у меня только один. Работа очень понравилась. И после того, как я сниму видео, смонтирую и, возможно, выложу, я начну вязать второй такой носочек. И если успею в рамке совместного проекта Свяжи себе пару, то его тоже представлю. Возможно, уже не успею, так как осталось очень мало дней. А у нас рабочие дни. Вот у меня носочек из девятой пары. Так, в одном из своих видео я показывала, как я мудрила и красила пряжу. Вот что у меня получилось. Я думаю, кто смотрел мои видео, все видел, видели. И ну, очень интересная работа, девочки, получилась. Я хочу и в дальнейшем работать над окрашиванием пряжи. Так скажем, совершенствовать свою технологию, если это можно так называть. Но вот первый раз Первый раз в моей жизни у меня вот что получилось. Вот такой вот совершенно сумасшедший моточек. Здесь очень много белого цвета. Хотя, девочки, почему-то вот вязание моего носочка, видите, кажется, он как будто желтоватый. Вот видите, вот моточек кажется беленький, а носочек желтоватый. Я не знаю, почему так ложится. Возможно, я вижу из середины, и, возможно, там внутри ниточки немного темнее, здесь светлее. Вполне вероятно, что второй носочек у меня получится более светлый. Что могу сказать об этом носочке? Он будет 37 размера. На каждой спице у меня по 11 петель, соответственно 44 петли. Пряжа ложится хорошо, нормально. Это пряжа детская новинка белого цвета. И я ее окрашивала такими цветами, как зеленый, красный, оранжевый и желтый. Поэтому у меня вот в приоритете такие а, желтоватые цвета. Хотя, когда я вот окрашивала, и у меня красочка подтекала на дно чашки и смешивалась, получился такой вот горчично-бежевый цвет. И как видите, вот есть такие длинные секции, которые вот именно из этого цвета. Вот здесь тоже вот здесь. Но, по-моему, неплохо. Я как бы, в принципе, так и хотела, чтобы у меня было сочетание длинных и коротких секций. Но, наверное, не так. Ну, что получилось, то получилось. Что делать? В принципе, носочки будут вязаны из детской новинки. Я не приветствую носки из синтетики, так как они, мне кажется, совершенно не греют ногу, а просто прикрывают ее и все. Но так как я хочу Испробовать результат своего окрашивания я вяжу вот эти носочки. Они будут не длинные, так как пряжа всего 50 грамм в одном мотке. И сейчас вот связав вот, это, вот эту высоту носочка, я оставлю эту работу. И снаружи мотка на другие спицы наберу опять носочек. И буду вязать тоже до вот этого же места а дальше буду вязать носочки поочередно, то один, то другой, чтобы извязать вот этот моточек весь и чтобы он у меня к тому же и хватил. Поэтому точно не знаю, какой высоты они получатся. По ходу работы мы вместе с вами будем смотреть и я буду показывать, что у меня получается. Ну, возможно, будут показывать не в рамках этого совместного проекта, так как боюсь не успеть, а буду показывать в обычных своих видеороликах а также вместе с другими работами тоже. Вот. Вот такая вот работа у меня получается. Работать интересно, получается хорошо. Смотрю работы других девочек, тоже очень нравится. Могу сказать, какие работы мне больше всего нравятся девочки. Работы с рюшами. Очень прекрасные носочки. Хочу тоже применить и связать такие носки. Но так как у меня нет опыта вязания таких носочков, я все-таки, возможно, не в рамках проекта свяжу их, чтобы у меня больше было времени над тем, чтобы проработать, как правильно и хорошо выполнить рюшу. И вот э, такие планы у меня на будущее. Ну вот, девочки, наверное, скоро подойдет к концу наш совместный проект, э, и я за это время можно сказать, связала 9 пар носочков. Для меня это очень много, так как я человек работающий. И дома вся работа на мне, приходится ее выполнять тоже. Поэтому не так много времени остается на вязание. Хотя я люблю уделять вязанию каждую свободную минуту. Ну, все вязальщицы меня поймут, как это происходит. Вот, девочки. И, возможно, если больше я ни, одно, ни один носочек не представлю в этот проект, вот это будет вся моя работа за это время. Кто-то может скажет, да, немного, но ничего, это все выполнено моими руками, все мне нравится. И скажу спасибо своим рукам, своим глазам, всем девочкам, которые меня смотрели, которые подбадривали, писали комментарии, давали какие-то рекомендации, подсказки. Всем большое спасибо. Отдельную благодарность хочу сказать организаторам проекта Наташе Хомяковой, Али, Татьяне Щукиной. Они даже в сообщениях мне писали, если что-то я сделаю не так, что я неправильно поставила хэштег, что я не так держала камеру. Для меня, девочки, это очень ценно так как я на ютубе недавно, не знаю многих тонкостей, может быть, чего-то не понимаю. И мне очень приятно, что есть такие люди, которые мне подскажут, которые мне скажут, как надо делать правильно, как надо сделать лучше, что, Света, там у тебя в видео есть какая-то ошибка. И я могу, пока они увидели это видео, большее количество людей пойти в творческую студию и все исправить, поправить. И так, чтобы всем было приятно и хорошо смотреть. Большое спасибо, что вы нас поддерживали, организовывали. Девочкам большое спасибо. Очень приятно, девочки, было смотреть на ваши работы. А знаете, как было приятно прийти после тяжелого, жаркого рабочего дня домой, включить кондиционер, залезть в наш чат и по чату уже смотреть ваши видео. Девочки, которые там отправили в сообщениях ссылочки, я проходила по ссылочкам, смотрела видео, старалась смотреть все видео. Девочки, если кого-то пропустила, пожалуйста, не обижайтесь. Возможно, просто так получилось, но я старалась писать всем комментарии, я старалась ставить лайки. На кого не подписалась, обязательно подписывалась, так чтобы поддержка была в обоюдном порядке. Поэтому всем хочу пожелать всего самого наилучшего. Давайте дружить и дальше, и после проекта. И все будет хорошо. Всем пока.